Теперь под одной крышей. Женская консультация переехала в здание перинатального центра. Сменить адрес амбулатории оказалось целесообразнее, чем ремонтировать старый корпус, в котором раньше вели прием врачи-гинекологи. То здание, в котором старой поликлиники, в котором до сегодняшнего дня находилась женская консультация, оно уже очень старое, там деревянное перекрытие, полы проваливаются. Ну, то есть там мы решили, все-таки приняли такое решение. Смысла нет там вкладываться в какой-то ремонт. Перинатальный центр – самое новое здание медико-санитарной части номер 59. Его ввели в эксплуатацию в 2008 году. Поэтому и создать современные комфортные условия для медицинских работников и пациенток здесь гораздо проще. И хороший ремонт, светлое помещение, большие окна, то есть очень тепло, уютно. Поэтому здесь, конечно, это условия несравнимы. Для женской консультации выделили пустующие помещения на первом и втором этажах. Под кабинеты врачей перестроили несколько палат. Также здесь оборудовали малую операционную, кабинеты для кардиотокографии, конференц-зал. Специалисты объясняют, тесное соседство стационара и женской консультации имеет немало преимуществ. Это удобно с точки зрения оказания помощи как и беременным женщинам, которые приходят на амбулаторном этапе для наблюдения, потому что бывают всякие экстренные ситуации, иногда нужна срочная консультация акушера-гинеколога, консилиум собрать, определиться с тактикой ведения. У женской консультации свой отдельный вход, она изолирована от остальных помещений перинатального центра. Двери расположены на той стороне здания, которая обращена к Ледовому дворцу. График работы остался прежним. Телефон регистратуры 60 33 82. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный».